Добрый вечер, друзья! Добро пожаловать на Сапсан-арену! Четвертый тур женского чемпионата России по футболу. Сегодня «Локомотив» против «Зенита». Афиша, которая в мужском футболе, наверное, считалась бы одной из главных во всем сезоне. Но и здесь, в футболе женском, мне кажется, тоже это очень интересный матч. Да, «Зенит» в начале сезона испытывает трудности, но это логично. Команда только создана. Шестернева, автор единственного гола пока «Зенита» в этом сезоне. 18-й Дарья Шквара. Ольга Порядина, главный тренер. Отбор забирает Алина Мягкова и купол на правом фланге. Подача на ближнюю штангу. Пропускает мяч Коровкина. И вот так. Нет гола. Практически с двух метров промах. И при этом травма. Идет проверить Вера Пейкина, что же там случилось. Скорость очень классная у Нелли. Рядом есть партнеры. Якупова. Передача низом в штрафную. Кожникова пришла сюда. Хорошо, на кратке получилось. Должен быть штрафной, конечно. Отличный момент. Абдулина. Здорово! И гол! Великолепный удар! Ну что? Вот они стандарты. Когда не очень получается с игры, всегда на помощь придет классный штрафной. 1-0. Локомотив выходит вперед. Алсу Абдулина. Своей левой. Великолепно. Перебрасывает стенку и не дотягивается до мяча Юлия Гриченко. И вот, наконец, забил. Шейна. Сразу штрафной Локомотив. Прием немножко не получился. Шейна простреливает, но уже из сложной ситуации. Подача хорошая. Якупова. Выиграл борьбу в воздухе Лина. Ну, Локомотив, конечно же, был этим, я думаю, только рад. Коровкина. Еще один опасный момент. Это удар прямо по центру. Юлия Гриченко. Подача. На выходе не очень точно играет вратарь. И Куповой не удалось сразу подстроиться под мяч. Это значит, что время у «Зенита» на то, чтобы доатаковать, все-таки есть. Удар поворотом. Перекладина. В самой концовке тайма создает «Зенит» опасный момент, нанося первый свой удар в этом матче. Локомотив сразу активно начинает. Федорова на правом краю. Подача на дальнюю. Можно забивать. И опять чуть-чуть не везет Яне Шейной. Так же, как и в начале первого тайма, когда она била по пустым воротам почти. Сейчас просто не попала в мяч. Сохранила мяч. Немножко рискованно пошла она в дриблинг. Шейна отправилась ее страховать как раз назад. Подача Лины Якуповой. И опасный момент. И второй мяч летает в ворота «Зенита». Марина Федорова. Начало второго тайма. Очень успешным оказывается для Лока. 2-0. Хорошая подача Лины Якуповой. Выигрывает борьбу Коровкина. И блестяще ориентируется Марина Федорова. Вот когда может тоже пляжный футбол помочь. Нет офсайда. Коровкина. Это удар поворотом с очень острого угла. Коровкина. Удар поворотом, перекладина, и выше улетает мяч. Нелли Коровкина, конечно, хороша. На дальнюю удар отбивает перед собой голкипер Юлия Гриченко. Это снова Анна Беломыцева. Якупова. Очень здорово поле видит Лина. Посмотрите, какая передача прекрасная. Коровкина, ну как же так? Шейна продолжает уничтожать свой фланг. Здорово, Машкова. Еще дальше подключается Алина Мягкова к этой атаке. Но удар поворотом не получился. Шейна. И Купова. Алина, можно забивать. И лишнее касание, пожалуй, было сейчас. Продолжается атака Локомотива. Шейна, удар поворотом. Заблокирован мяч. И на выходе играет Юлия Гриченко. В следующей паузе это случится. Коровкина. Якупова. Федорова. И удар рядом со штангой. Вот сейчас классно пробила Марина Федорова, но теперь уже в створ не попала. Снова попытка удара. И снова кому-то из футболистов «Зенита» больно. Кропаткина. Еще один удар. Но вот теперь гораздо лучше, но и выше ворот. Хороший прорыв. Надо включиться последний раз. Сочнева.
по штрафную. Эвадо пропускает мяч. Здорово. Удар рикошет. Ну и наконец-то в створ. Попадает «Зенит» во втором тайме. Добивается уже в четвертом матче подряд. Навес. Нет ударов падения через себя. Рузина. В ближний не попадает. Это был последний, пожалуй, момент этого матча. Все-таки крупной победы у «Лока» не случилось. У «Локомотива» 2-0. 12 очков из 12 возможных набирает «Лок». У «Зенита» остается 1 балл. Судя по всему, придется тяжело «Зениту» в этом сезоне. Но такие матчи тоже для них очень хороший опыт против сложных соперников, которые, конечно, гораздо выше класса.